Вот красивая машинка женская. Тут у нас хозяйка. Чуть-чуть обиделась машинка. Где-то видно приткнулась. И вот еще на пластике. Умятинка. Ну, умятинка такая прям приличная. Сейчас помоем, будем посмотреть. Теперь можно посмотреть более внимательно на умятинку. Ну да, зажима вот есть. Металла. Складки. Вот. И вот эти вот места еще. Где с чего начиналось. Ну ничего. Сейчас для начала надо просто выдернуть основное, чтобы она хлопнула. Вот, вот эта вмятина, вот эта вмятина и вот это. Дернуть их, и панель должна стать условно на место, потому что это упругая деформация. А потом уже чистку и доводку, это уже потом. Вот такая вот обратный молоточек, вот грибки. Пистолет в режим входит. Вот моем второй раз уже спиртом. Вот, чтобы было видно. Ну, тут заломы, в принципе, видны, откуда у них, так сказать, уши растут. Вот, сейчас надо дернуть, чтобы убрать эту упругую деформацию. Чтобы хлопнуть все это дело назад. Ну, вот как-то так получилось наклеить. Сейчас попробуем дернуться на холодную. Греть пока не буду. Если не пойдет, придется подогреть. По-хорошему бы еще, конечно, вот сюда поставить и сюда. Я, наверное, это и сделаю сейчас. Еще в два места вот в эти в ямки помочь. Ну, вот так получилось. Поставил еще по центрам вмятин вот этих. Еще три грибочка, вот которые внизу. Сейчас попробуем дернуться. Смотрите, что получится. Мне аж самому интересно. Все, поехали. Держи. Пробуем. Александр, вы волшебник. Да нет, я еще только учусь на волшебника. У меня еще все не получается. Ну, замечательно получается. Это просто упругая деформация. И второй момент, свежее повреждение. Ранка. Вот, если бы вы покатались месяц-другой-третий, возможно, так бы не получилось. Вот. Ну, как бы это грубая работа, это так, чтобы поставить приблизительно на место. А тут дочищать еще, вот он залом, вот еще вмятина. Это просто условно по сравнению с тем, что было, кажется, ой, какая прелесть. Вот залом еще, вот она, вмятина огромная. Тут если шпаклевать, чтобы выровнять, тут еще полведра шпаклевки надо наложить, чтобы плоскость создать. Ну да, видно. Это, так сказать... Все. Ну уже прямо начало. Сердце, ну, крови не обливается. Сердце на месте. Успокоилось, да? Да. Ну уже опомнилось. Ну, опять же, еще раз говорю, вот он, упругий залом. Вот он, видите? Вот сколько не хватает. Ну ничего. Оторвешь. Все это оторвется, просто машина с холода. На холоде клей как бы себя немножко не так ведет, как хотелось бы. А так он клеивается.
нормально. Да, я еще не снял то, что я померил. Тут покраска заводская, так что можно дергаться смело. Угу. Вот. Почему? Потому что на покрашенных поверхностях могло бы с краской вместе с краской отодраться. Угу. Чего хозяева не любят. Тут уже, как говорится, чем-то надо жертвовать. В данном случае как бы удачно то, что здесь упругая деформация, и она, в общем-то, довольно-таки легко основное поправилась. Просто вот я не заметил, тут такой вот в этом месте идет легкий кант. Я сейчас только его узрел. Угу. Вот, и он как раз вот тут всю погоду и строит нам. Его надо будет поправлять, и после этого все это начнет выходить туда, куда нам надо. Сначала я его не заметил. Вот, потихоньку не отходит. Я просто дергаю потихоньку. Не хочу лишнего перетягивать. В данном случае тут уже достаточно поднялось. Вот. А вот здесь как раз еще залом не поднятый. Ну ничего, со временем все это нужно решить. Выкол. Ну вот что мы имеем. Вот она у нас складка под самое ребро. Вот здесь. И она нам уперлась и мешает. И вот здесь вот посерединке вот тоже идет ребрышко туда дальше. Все, конечно, грязно в помарках, но в основном и целом, конечно, уже так в глаза не бросается. Ну, надо доделать. Ну, на этом пока сегодня все. Ну, вот, в принципе, на улице как бы особо не видно. Видны на таком цвете только царапушки вот такие. Но я-то вижу, я знаю, как смотреть. Кое-где вот я... Видно, как играется поверхность. Но я так подозреваю, что хозяйки этого достаточно. Она, наверное, что, скорее всего, не приедет. Ну, посмотрим, время покажет.